Здравствуйте, это снова я с подарками к Новому году. Выбирайте, побольше звонков или СМС. И что и? И звонки по копейке, и бесплатные СМС. И на всех операторов. Тогда новая победа 2011. Звонки на всех операторов по копейке и 2011 бесплатных СМС каждый месяц. Тогда другим мне и даром не нужны. Мама, пишите письма. Новая победа 2011. Тариф бесплатных СМС и звонков по копейке. ЕТК. Приятного общения. Встречайте Новый год с новой победой.